Мисс, мисс, если вы не едите, вернитесь, пожалуйста, на свое место. Все в порядке, она мой гость. А, хорошо. Я вас часто вижу. Вы мне напоминаете моего отца. Я выгляжу таким старым? Почти что. На каком маршруте работает ваш отец? Он давно уже на пенсии. Вы ездите в Чонгьянг дважды в неделю. Вы комми-вояжер? Нет. Только они так делают. Два раза в неделю – это нелегко. Очень нелегко. Я привыкла. Поезд напоминает мне дом. Когда все время в пути, рано или поздно что-нибудь да произойдет. Почему вы ездите в Чонгьянг? Увидеться со своим парнем.